Разминка, отработка основных приемов, игра. Уроков волейбола гимназисты ждут с нетерпением и занимаются с удовольствием. Многие намерены связать свою дальнейшую жизнь со спортом. Марии Николь Дворниковой тренеры пророчат яркую карьеру. В 13 лет рост девочки уже 183 сантиметра. Она тренируется практически ежедневно. В победу школьной команды на фестивале волейбола внесла немалый вклад. Соперники были сильные очень. Вот, ну, по крайней мере, я переживала там, как все получится. Но мы сыграли хорошо, складно очень, помогали друг другу. Дополнительный урок физкультуры в гимназии ввели несколько лет назад. Причем вид спорта можно было выбрать любой, говорят тренеры. Но к волейболу в Одинцове особое отношение, поэтому решили остановиться именно на нем. Дело в том, что волейбол у нас изначально в Одинцово очень развит. И очень многие интересуются. И поэтому было принято решение, то, что продолжит традицию, скажем так. К команде победителей на уроке присоединяются ученики 6 класса. Они наблюдают за игрой старших товарищей, берут с них пример и тщательно отрабатывают основные приемы. Самое первое главное – это высокая подача, которую я еще делать не научилась. Это делают старшие классы. Потом одно из самых главных – это как отбивать просто пальцами, ладонями, без поворота, и подача вот этими частями рук. Ребят обучают профессиональные тренеры. У каждого своя уникальная методика работы. Объединяет главное – индивидуальный подход. Первое – заинтересовать детей, чтобы они ходили, не боялись, потому что волейбол – это очень сложное действие. Победы вдохновляют спортсменов на новые достижения. Старания дают все более и более высокие результаты. Некоторые игроки уже получили приглашение в профессиональную волейбольную команду «Заречье». Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».